В деревне Хучель Канашского района открыл двери один из трех домов культуры, построенных в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Своего здания у клуба не было, и он размещался на базе школы. Два небольших помещения общей площадью 20 квадратных метров положение не спасли. Новое здание построено по всем современным стандартам. Зал на 100 мест, отдельные гримерные комнаты, помещения для кружковой работы. Условия не хуже, чем в городе. В клуб будут ходить жители 6 деревень. Здесь можно проводить концерты, театрализованные праздники. Многофункциональность сельских домов культуры закладывают уже на стадии проектирования. Для библиотеки тоже предусмотрено место. Идеальная модель сельского дома культуры или сельского клуба – это удовлетворение потребностей живущего на этой территории населения в проведении культурных и досуговых мероприятий. То есть это многофункциональная площадка.